которой не было детей. Она пошла в колдунью и взяла лепесток. И из лепестка вырос большой цветок. И там была дюймовочка. Потом лягушки украли дюймовочку, и одна лягушка захотела жениться на дюймовочке. Потом рыбы помогли крабу добраться до лепестка. Краб оторвал лепесток, и водоросли поплыли. И она так сбежала. И потом у нее не было дома, и она жила под листком. Потом она пошла в лес зимой, и ей было очень холодно. Потом она встретила мышку. Мышка пригласила ее домой. Она ее накормила и пригласила остаться у нее. Потом мышка сказала, что на ней решил жениться король. И она потом побежала и увидела, нашла ласточку. И ласточка ее унесла в страну эльфов. И потом король эльфов решил пожениться на ней.